профессиональное образование, которое сейчас у вас уже есть, это фундамент для ваших новых успехов и достижений. Для каждого выпускной стал отправной точкой к делу своей жизни и работе мечты. Более 30 учеников стали обладателями красных дипломов. Я очень счастлива, я благодарна каждому преподавателю. Я очень благодарна Ольге Сергеевне Аносовой за такой труд, за вложение в каждого из нас. Анастасия Рыбакова выбрала специальность «Организация пассажирских перевозок». Девушка признается, изучать востребованность разных видов транспорта и планировать работы транспортных комплексов стало любимым занятием за время обучения. Логистика в данный момент сейчас прогрессирует очень хорошо. Колледж мне очень нравится. Во-первых, я поступала, потому что это было очень близко к дому. И я поступила на бюджет. И еще у меня есть знакомые. Им тоже нравился этот колледж, они уже выпустились. Выпускники колледжа Московия обучались по направлению логистика. Одна из ведущих специальностей – организация перевозок и управление на транспорте. Казалось бы, в такую профессию без опыта попасть нельзя. Однако компания «Все инструменты РУ» дает каждому выпускнику такую возможность. Достаточно тесно сотрудничаем с компанией «Все инструменты». По договору о сетевом обучении наши ребята проходят там практику. Ну и, конечно же, в дальнейшем мы очень надеемся на трудоустройство в данной компании наших обучающихся. Компания «Все инструменты РУ» вручила выпускникам памятные подарки, в каждый из которых было вложено приглашение на работу. Теперь будущие специалисты могут без опыта начать познавать профессию. Это специалисты склада, кладовщики, логисты, ну и все позиции, которые у нас есть на складе. Мы рассматриваем ребята без опыта работы, поэтому готовы их обучать. У нас есть бесплатные корпоративные трансферы, поэтому мы приглашаем ребят с разных точек и городов ближайших. У каждого студента профессионального колледжа Московия было представление о выбранной специальности. Ведь со дня поступления учащихся начали знакомить с направлениями, а также приглашать на экскурсии по предприятиям. Около 30 студентов трудоустроены во все инструменты.ру. Также совместно с предприятием мы проводим для первых курсов экскурсии на предприятии, где они могут уже на первом курсе понять, чем они будут заниматься в дальнейшем, где они смогут пройти практику и трудоустроиться. Сергей Штыков окончил колледж Московия по специальности автомеханик. Уже год он работает и познает профессию в компании «Все инструменты РУ». Компания отношусь положительно. Всем советую. У них большие филиалы по всей России, если я не ошибаюсь. Приемлемые цены. Все инструменты, материалы, что надо для дома, для строительства, все, что хотите, все есть. Выпускники профессионального колледжа Московия теперь идут в завтрашний день с осознанием, что у них уже есть дело своей жизни. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.